Женщина за рулем, сногсшибательная женщина. Это попытаются доказать автомобилистки из Ненецкого округа. Впервые в заполярной столице проходит конкурс «Автоледи Наринмара-2015». Сегодня завершился первый отборочный этап. В здании ГИБДД конкурсантки сдали экзамен по правилам дорожного движения. Алина Ваучейская расскажет, кому удалось пройти во второй тур конкурса. В экзаменационном классе ГАИ сегодня не просто экзамены, здесь проходит самый настоящий кастинг. Кастинг на первый конкурс между женщинами-автомобилистами в городе Наринмара. За звание автоледи решила побороться я. Сейчас посмотрим, что из этого выйдет. На решение экзаменационного билета 20 минут. Количество правильных ответов, количество баллов, с которым участница пройдет в следующий, второй этап. Девушки заметно нервничают, отведенное время пролетает в один миг. Сразу после подсчета результатов в жюри опытные инспекторы и начальник ГИБДД Александр Стрепетилов. Он и оглашает итоги. Все молодцы, все показали хорошие результаты, поэтому всех вас мы ждем завтра в 10 часов на площади Марацей. Так уж получилось, что на кастинг пришли всего 8 участниц. Все они и прошли во второй этап. Среди автомобилисток и бухгалтеры, и полицейские, и общественные деятели. Анжелика Макаренко, например, набрала меньше всего баллов, но не отчаивается и в свои силы верит. Конкурс интересный, очень интересный. Я сама хотела такой конкурс организовать здесь в городе, но вот ГИБДД молодцы, меня опередили. А вы каким себя водителем считаете в первую очередь? Дерзким, уверенным. Для меня девиз «Дорога, машина и музыка» – это один из символов счастья. Следующий этап конкурса будет состоять из трех станций – визитной карточки, оказания медпомощи и фигурного вождения автомобиля. Кстати, дополнительные баллы участницам может принести поддержка болельщиков, так что приходите поддержать автомобилисток. Второй и основной этап начнется 7 марта в 10:30 утра на площади Марацей. Алина Волчейская, Леонид Шишилов, телеканал «Север».